Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить наших граждан. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦИКАДы. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦИКАД. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь ЦИКАДам. Что тут было? Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. Кто там? Выходи! Тише! Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может, мы что-нибудь предложим за это мясо? Оружие, ткань, пули... Лекарства! Есть антибиотики? Есть. В лагере. Пойдем вместе Никуда с нами. Никуда я с вами не пойду. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. 2 пузырька пенициллина и шприц. Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. Конечно. Назад. Он не скоро вернется. Ты не против укрыться от ветра? Возьмем с собой. Вот. Все-таки зря ты ходишь совсем одна. Одной мне лучше. Ясно. Как звать-то? А что? Слушай, я понимаю, что трудно верить незнакомцам. Лекарство ведь нужно для кого-то родного. Все будет хорошо. Увидим.
тебя пистолет? Прости. Так, отдай, пожалуйста, ружье. Нет, пистолета хватит. Стрелять умеешь? Да уж приходилось. Главное, не дать им влезть сюда. Не сожрали бы оленя. Следи за окнами. Ладно. Смотри, бей наверняка. Мне не впервой. Они внутри. Они слева. А ведь правда? Стреляешь ты получше меня. Помоги мне. Иду я. Как настроение? За меня не волнуйся. Так, смотри под ноги. Не отставай. Детка, ты цела? Нормально. Щелкуны. Уходи!
Вот ты где! Бежим! Дверь вон там! Выход так близко. Надо наверх. Ага. Нам бы ту лестницу. Вон! Давай, подсади! Готово? Угу. Держи. Бегом! Не наткнись на зараженных! Да знаю! Пойдем! Надо выбираться. Мы уж поняли. Что еще за выражение? Ладно, старик. Ого. Похоже, мы не первые с ними столкнулись. Боже мой. Я искал этих ребят. Ну ладно. Бери их снарягу. Я поищу выход. Бери все, что может пригодиться. Что-нибудь видишь? Не понимаю, что это такое. Готовься. Тут этих тварей. Нет.
Больше нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее не могу поверить. Проверю мост. Слушай. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел. Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю... Никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь, случайностей не бывает. Успокойся, ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Валим отсюда. Пошла. Идем. Джоэл. Еды принесла немного.
Зато добыла вот что. Так, руку. Вот так. Прости. Ничего. Уже все. Ты поправишься. Я уведу их отсюда, а потом вернусь. Куда теперь? Куда они делись?
И куда теперь? Вот так. Только не упасть в воду. Не упасть. О, черт. Вот так. Черт. Мне в другую сторону. Джоэл, держись. Посмотрим там. Слышь, иди туда.
отсюда выбраться? Я не хочу здесь застрять. На этой стороне домика! О тебе забочусь. Вот так. Вот так. Как самочувствие? Супер. Вот. Поешь. Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово, это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой
откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая, верная, особенная. О, ясно. Черт. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Как ты говоришь, а? На кусочки? До завтра, Элли. 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 Где же ты? Куда она убежала? Что ты мне скажешь? Дерьмо! Хана тебе! Thank you.
Попался, гад! Кончай его! Держи его! А, черт! Сука! Пойдешь со мной. Пусти! Я тебя урою! Что тебе нужно? Да за что? Отдохни. Так. Девочка, она жива? Девочка? Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Спокойный солнечный день прервал ужасный стон, и изо всех щелей дверей вместо людей сотни страшных тварей вырвались, чтобы теперь питаться нами. Никто об этом и не думал, но это пришло. Зло в дома и квартиры всех уже трясло от того, что понять не мог никто, как бороться с ними и что нам суждено. Это эпидемия, люди заражены. Никто и никогда не видел такой войны, когда с одной стороны здоровые живые, а с другой ходячий труп, пути к тебе ищут любые. И наш с вами герой бьется за выживание. Есть желание бороться еще за признание и доказать бездушным мутантам этим, что пока бьется сердце, не боимся смерти. И вот новый день в этом диком мире, в котором кроме зараженных есть еще чужие. Бандиты, мародеры, людоеды, группировки. Им бы помогать друг другу, а они как волки. Нам предлагают сделку за хорошую награду. Провести девочку надо через 7 кругов ада, через зараженных, через ходы подземные, в которых лишний шаг и вперед ногами первые. Это путешествие будет длиться год. Почему знает тот, кто игру пройдет? Куда направляются наши два героя? И чем так важен для всех этот ребенок? Для тебя больше 10 видов оружия. Не думай, что это мало, больше просто не нужно. Ну и конечно, можно улучшить свои пушки. Бронебойный прицел — это уже не игрушки. Также можешь ты себе делать вещи: аптечку, нож, гранаты и похлеще, бомбы с гвоздями и коктейль Молотов. Все собрал сам и к войне готов. Как бы описать графику одним словом? Офигенно круто, супер или здорово? Все одно, графа просто мега. Тут 11 баллов, точно не помеха. Сюжет, в игре такой сюжет. Сценаристы фильмов, просите совет. И нет, не 10 баллов, а конечно тоже на 11 баллов больше похоже. Дико атмосферно, дико погружает. Иногда обстановку очень нагнетает. Сколько мы поставим музыки? А, друзья, 11, конечно, баллов оценка моя. Просто отличный геймплей в отличной игре. Просто поверили, купи и сам провери. Сделано все удобно и доступно. Просто 11, просто все круто. Итог 11.0, и только так. По-другому не могу оценить никак. Если по играм остак, то обязан ты поиграть в эту игру, как и все мы. Еще одна ваша просьба, идем дальше. Ждем новинок игровых и хочется почаще. Ведь это просто счастье, такие игры для нас. Это рэп-гейм-обзор The Last of Us.